друзья, всем привет! Значит, начинаем наши новости сегодняшнего дня из одного минуса. Минус у нас опять в этой же клетке у канторши. Минус один поросенок. Тут без минусов, тут все хорошо и все прекрасно. Тут ждем опорос, ожидаем. Тут уже два минуса. А это киевлянка, свиноматка, уже 4 дня, как ждем опорос. 4 дня назад должен был быть опорос по таблице. Ну, петля, видно, что петля уже, грубо говоря, предопоросная, можно так сказать. Ну, не знаю, жду. Я ничего не колю, я все жду. Считаю, все должно происходить своим чередом, поэтому я не лезу. Также, друзья, ну и тут нормально все. Тут дюрчата наши тоже нормально. Это сейчас вечер, я управляюсь, думаю, засниму. Сегодня у нас среда, надо выкидывать, а у меня ролика нет. Я не снимал и не думал за это. Вот так стены уже обгадили наши F1. Ну, растут хорошо. А я им просто даю кормовую базу. Ячмень, пшеница и горох. Больше ничего не даю. Свиноматки пускай не так быстро, но нормально растут. Хорошо. Эта дюрчиха спрашивали, что за опухоль на переднем копыте или ноге. То у нее нарыв, там боремся с этим. Это Машулечка. Староста всего поголовья. Ей уже 2,5, ну сколько каналов, сколько ей, больше чем 2,5 года. Вот, она подрывается, опять ложится, подрывается, опять ложится, опять, ее так постоянно. Молоко вчера еще было, потом пропало, опять было. И, короче, так, временами то есть, то нету. Ну, кто его знает, что от нее. Она еще и диковатая. Ну, если гладить, то ложится. Раньше вообще не ложилось. А сейчас вон, сразу. Раз. Давай, давай, давай. Давай, давай. Короче, вот так. Сегодня хотел воду провести на станки. Позакреплял вот такого типа поилочки. Ну вот, муфточка. Сюда вкручивается ниппельная поилка, а дальше вода. И так на все сделал. Хотел дальше продолжить, но там, короче, не до этого было. Короче, друзья, так по свиноматке, ну не знаю. У меня один раз было, что Машка переходила тоже 4 дня. Вот эта свиноматка. Ну а так все вроде бы обошлось нормально. Это тоже канторша. Нюрка, по-моему, ее назвал сын Богдан и жена Нюрка. Самая такая. Спокойно. Поросятка с ней подъедает. Я предстарт насыпаю сюда в уголок, где они гасятся. Ну, все вроде бы нормально. Обезьянка наша. Ну, уже от обезьянки осталась половинка. Поросят ее все больше и больше высасывают. Поэтому обезьянке я еще лучше корм начал давать и чаще. Ну, это естественным образом. Они же, во-первых, крупные, и им уже больше 15 дней, по-моему. Вот обезьянка, посмотрите, какая шириной. А была обезьянка точно вот такой, как Анфиса. Да, Анфиска? Пылякишься. Анфису чуть позже ждем. Я не буду даты, числа говорить, потому что там точно всех не запомнишь. Я все записываю. Кто когда должен опороситься, записываю. Кто, сколько поросят привел и так дальше. То есть не надо мне это писать, потому что я уже давно это делаю. Оно сколько свиноматок, всего просто не запомнишь. Также, друзья, отвечу на такой вопрос. Сколько стоит сарай вот такой построить? Почти в каждом видео про такой сарай задают вопрос. Думаю, хоть и вечер сниму, как есть, так и сниму. Считал я полностью стоимость всего сарая, стоимость всех клеток, всего металла.
ОСБ, ну все, что я покупал еще с прошлого года. В этом году год, как мы начали строить сарай. Ровно год прошел, как начал я не спеша строить сарай. Короче, вышло мне все вместе, все я потратил на сарай. 200 тысяч гривен потрачено на сарай. Но это с учетом того, что в прошлом году металл был значительно дешевле. И в прошлом году я дерево покупал тоже значительно дешевле. В этом году я что покупал? ОСБ на потолок. На ОСБ я брал по 305 гривен за лист. Сейчас оно вроде бы где 800, где 900 гривен лист десятка. Я брал по 300. Весь металл, все дерево тоже в прошлом году там больше чем половину дешевле получается. Весь этот металл на клетке, спрашивают, сколько тонн и сколько ты потратил. Весь металл на клетке у меня, я поехал по объявлению, купил его по 6 гривен за килограмм и привез с Харькова. И еще часть такого вот металла, такие вот типа транспортеры, что я использовал на двери, еще у меня есть. Я брал по 5,50. То есть сейчас такого, понятно, если бы я новый брал бы, я тонну брал этого по 6 и килограмм 300, может больше по 5,50. Понятно, если бы я сейчас брал бы металл, я потратил, не знаю, 1070, наверное. Поэтому хорошо, я очень рад, что я в прошлом году начал заниматься строительством сарая в прошлом году. Да, было там не очень так, что денег прям куча. Я начал с минималок и так по чуть-чуть, а потом деваться некуда и уже пришлось достраивать. И вышел вот такой сарай. Бетонировали сами, ну он что-то гребет, может она уже и гнездо гребет. Но петля, вижу по петле, что вот-вот должен быть, даже, наверное, сегодня, киевляночка. Сегодня будешь или нет? То есть неизвестно. Бегом. Короче, вот так. Заливали все сами, варили сами, строили сами, крутили сами. Сам сарай из сэндвич-панелей. То есть получается сэндвич-панель самодельная. Идет по наружу и внутри металл профлист. Потом идет пенопласт десятка и два утеплителя по 5-6 миллиметров с отражателем. Ну, подложка под ламинат. Это вот что касается сарая. Также мы сделали помимо сарая еще сделали котельню. Сейчас покажу котельню и также покажу кладовку. Кладовку сделали с целью переодеваться. Ну, я сначала кладовка, а потом начал называть это все кабинет. Многим, кому это не понравилось, много кому понравилось, ну это такое дело. Я делал для себя, поэтому мне понравилось, не понравилось, хочу, не хочу. А, ну я как посчитал, так и сделал для себя. Значит, получается. И, кстати, тут, видите, вот сейчас сезон мух. Мух у меня нету в сарае. Есть, залетает, ну сразу прилипает. Где-то может и летает, но я даже без понятия, где они. Так, чтобы увидеть явно мух, такого нету. Все окна закрыты москитными сетками. А эту сторону окон я все закрыл, поставил просто окна. То есть, чтобы было чуть-чуть не так прям продувалось. Потому что сильно продувалось, поросята начали подкашливать. Пришлось прокалывать некоторых. Поэтому я эту сторону наглухо закрыл. Вот та у меня открыта, и эти вытяжки открыты. Все. Думаю, пускай так. Он еще некоторые, даже там поросенок или два подкашивает, но я еще прокалываю. И их просто сквозило, просто дело. Также, друзья, мы сделали вот такую вот котельню. Вот котельня, но она... Ну, еще котла нету, отопления нету. Ну, вообще, тут планируется котел или тут, а в углу, или тут. Тут уберем все, это котельня. И тут сделано типа кладовки. Кладовка, кабинетик.
Аквариум поставил, потому что был. Диван, потому что был. Линолеум старый, перед ремонтом сохранил. И так, ну, грубо говоря, кухня тоже старая. Это куски пооставались. И так все по чуть-чуть, грубо говоря, все свое. Ничего сюда не покупали. Ну, кладовка зимой переодеться. Грязные, чистые вещи. Короче, вот так. Так что сарай спрашивали, сколько вышел. 200 тысяч, это я все посчитал. И зарплату, что там помощникам, кто мне когда помогал. Если бы я нанимал людей, да, я потратил бы минимум 1400. А то и больше. Все, друзья, всем пока. Счастливо, удачи. Всего самого-самого хорошего.